бесплатно, и приток этих людей был огромен. Так вот, сегодня Кремль боится, что эта история повторится на выборах 4 марта, и при этом приток еще больше увеличится в связи с той волной, которая... Ничего себе! Так, ты что делал? Там вот тут хороший слов, да? Ну так, ты что делал? Там, короче, можно было находиться на парке, там что-то сотвориться. Защищал тело своего Бога, защищал его имущество. Новый посол США в России Майкл Мак. Красавчик. А вот Порошенко.
Наполеона Бонапарта. Проект оценивает в 180 миллионов евро. Идею строительства на Наполеоне Лэнда предложил бывший... Опа! Видели? Твою мать!